Началось все с банального знакомства. Я вернулся с армии, пошел учиться и удачно устроился на работу. В общем, развел бурную деятельность и пытался жить как все. С будущей женой впервые встретились у общих друзей. Поначалу друг друга не зацепили и даже не заметили. Слишком разные. Я простой, открытый, добрый парень, а она замкнутая. Серая мышка, вся в своих книгах о философии и в своей работе. После того вечера встретились еще несколько раз с теми же общими друзьями, но уже по деловому вопросу. После последней встречи она мне уже плотно запала в душу, сердце и память. Не знаю, сказалось, наверное, долгое отсутствие отношений. И просто пусть и серая мышка, но очень милая, очаровательная и женственная. Время от свиданий до совместного проживания с предложением был примерно полгода. Дальше семейная жизнь. Почти 5 лет идиллии и самого настоящего рая во всем. Были любовь, романтика, интим. А потом произошел перелом. Я развивал свое дело. Она работала в крупной компании на средней должности. Жили на мои деньги. Но я не против, ибо любил и стандартная программа, что мужчина должен обеспечивать любимую женщину и их семью с детьми. В общем, как у всех. Потом у них на работе происходят перетрубации. Объединяют две компании. Меняют вектор развития и профиль. И компания начинает идти вверх. В какой-то момент моя жена начинает с огромной скоростью подниматься по карьерной лестнице. Поначалу все хорошо, а потом испытания деньгами и успехом. И у нее начинает меняться отношение. Семья рушится по всем шаблонам. Она начинает упрекать, мол, живем за ее счет. Начинаются упреки, что я ничего не добился, как мужчина. Я думаю, сейчас многие узнают себя, если еще не узнали. Начались корпоративы, тусовки. Появились новые подруги, друзья. Пошла тема с личным пространством в соцсетях. И телефон запаролен. На любой вопрос огрызается и упрекает. И говорит, я не обязана перед тобой отчитываться. Я не твоя вещь. Я никому ничего не должна. Закончилось все банально и просто. Ее привезли пьяную и растрепанную после корпоратива. И я ушел в ту же ночь. Все хорошие чувства и терпение закончились в один момент. За пару дней я решил вопрос с новым жильем. Еще за день решил вопрос с разводом. Ей было совсем безразлично. Приехала, поставила подпись на документах о разводе и уехала с гонором. Первое время было очень тяжело. Я помнил все хорошее, что было между нами, и не мог понять, как могли произойти такие перемены. Еще долгое время до меня от общих знакомых доходили слухи, вот что она превращается. Во что она превращается. Сильная, независимая женщина, в дорогой одежде, пользующаяся дорогой косметикой, но с дешевой натурой. За год я переболел, вычеркнул ее и все, что нас связывало из своей жизни, и кардинально поменял себя. Увлекся сталкингом, стал свободное время мотаться по разным заброшкам и старым заброшенным военным городкам. Увлекся книгами по философии и осуществил мечту. Научился играть на гитаре. Купил себе 6-струнную красавицу. И началась другая жизнь. Путешествия в богом забытые места, общение с единомышленниками и друзьями, по хобби. Задушевные разговоры и песни у костра. Одним словом, романтика.
Душа жила так, как, наверное, еще никогда за всю жизнь. На личную жизнь поставил крест не потому, что разочаровался в женщинах и чувствах, а просто однажды увидел семью одного товарища. Увидел его жену и понял, что семья – это дар, и найти свою женщину – это бесценно. А я простой бродяга и просто недостоин этого. Спустя 13 лет встретился случайно с бывшей женой. Был по деловым и личным вопросам в Москве. Свадьба родного брата. Плюс решение юридических вопросов по бизнесу. Я тогда покупал подарки на свадьбу и племянникам. В большом магазине и столкнулся с ней. Жизнь ее изменилась, как и она сама. Высота полета резко снизилась. Нашлись конкуренты и моложе, и напористее. В общем, она практически оказалась не у дел. У нее маленький ребенок, родила от женатого мужчины. А тот ее бросил. Ребенка не признал и пригрозил огромными проблемами, если заикнется об алиментах и отцовстве. Сели на скамью, поговорили, без негатива, без нервов, эмоций и обид. Уже не знаю, насколько правда, но на словах она жалела, что так все произошло, что разрушила все, что между нами было. Говорила, что любила и любит по-настоящему только. Под конец предложила начать все с чистого листа. Сказала, что готова на все. И все исправит. Я подумал и отказался. Я в своей-то жизни чужой. А тут снова отношения. Плюс ребенок. Смогу я его полюбить и принять? А если нет? То зачем все? Ведь ребенок ни в чем не виноват. И для него это будет мука. Я отказался, и мы разошлись. Теперь уже в последний раз. Я так и живу бродягой и отшельником, богом забытый, бродяга богом в забытых местах. По-честному сказать, я счастлив. Но иногда накатывает какая-то грусть. Сидя у костра и глядя на звезды, вспоминается прошлое. Вспоминается все то хорошее, что было. И порой хочется вернуться назад, хотя бы на несколько минут. Да только назад уже не вернешься. Как бы этого ни хотелось. Да и девушку, которую я любил, ее по сути никогда не существовало. Существовал образ, а человек был совсем другим. Человек, которого, как оказалось, я совсем не знал. Дай бог с ним. Прошлое из прошлого. Все, что было, оно осталось позади. Есть только настоящее и неизвестное будущее. Желаний, меч и надежд у нас много, а дорога жизни только одна. Душа – это все, что возьму я с собой. Душа – это все, что останется после меня. Автор – бродяга.